Ребят, всем привет! Сегодня 10 июня. Недавно столкнулся с такой проблемой, болезнью моих цыплят. И выяснил для себя очень интересную вещь, что в республике Мордовия, во всяком случае в Саранске, нигде нет ветеринарных препаратов. То, что нужно, в частности, для птицеводства. Нет кокцидиостатиков, есть только ампролиум 2000 килограмм. В итоге решила я заказать в каких-то интернет-магазинах. Заказывала я в Ультравете. Посылка у меня ранее приходила. Я там снимала, по-моему, не выложила. Если что, вам вставлю, что я купила, почем. Еще заказала второй раз, когда я пропоила все кокцидиостатики, у меня закончились. Заказала я еще, сейчас скажу где. Скажу так, а бумажки у меня нет. Так, ну ладно. В общем, это Ростов-на-Дону. По-моему, Ветагра или как. В общем, ссылку я в описании дам, что купила. Сама не помню, заказывала. Вот пришла посылка. При вас вскрываю. Покажу, что я приобрела. Это какой-то ужас. Мне непонятно, почему в Мордовии... Ну ладно, госаптеки, да, так называемые, не водят препараты, но... Почему не возят частники? Так, купила я вот такой препарат от кокцидиоза. Здесь 100 миллилитров. Так, срок годности 1-22. Купила стоп-кокцид. Еще один флакончик. Так, этот, по-моему, 420. Этот, я не помню, 60 с чем-то. Тоже срок хороший. Пусть будут. Душа у меня будет спокойна. Поставлю в холодильник. Пусть стоят. Так, так. Это, по-моему, тоже стоп-кокцид. Ой. Тороплюсь, чтобы время ваше не тянуть. А может, и не стоп-кокцид. В общем, не помню, что я уже заказывала. Да, это тоже стоп-кокцид. В общем, три флакона стоп-кокцид заказала. Потому что я все-таки думаю, что этот препарат... Ну да, он всегда должен быть дома с хорошим сроком. И еще заказала срок годности 2-22 вот такие витаминки. Гамма-ненавид. Вес здесь, по-моему, килограмм. Да, вес килограмм стоит или 1500, или 1600. Конечно, дорого, но... Пусть будет, мне будет спокойней. Буду добавлять свои птички. Смотрите, какой состав. А, Д, Е, К, Б, биотин. В общем, всякое разное. Вот. То есть такой витаминный комплекс. Смотрите. Аминокислоты. Концентрирует активные вещества при стрессах, после заболеваний, профилактических прививок, дегелинизации, способствует нормализации обмена веществ. Вот это, вот кому интересно, посмотрите. Дозы, смотрите, животным с водой для поения. То есть удобно. Лошади, свинья, сельхоз, птица. Я думаю, что лишним не будет. Так, и сейчас я принесу свою коробочку, то, что я в Ультравете заказывала, покажу. Так как из Ультравета мне уже давно, где-то недели две назад пришла посылка, то есть я уже пользуюсь. Я купила гомотоник, пропаиваю птичку и взрослым курочкам даю. Купила перкутан. Это я прочитала, что-то от мастита. Маська у меня скоро родит. Не знаю, как пользоваться, но взяла. У нас в любом случае не найдешь. Взяла вот такой препарат. Тетрамизол. Это, по-моему, для глистогонки. Такой спрейчик купила. Вторую кожу с алюминием. Потому что
травмы все-таки иногда бывают, удобно. Обработал, брызнул. Купила Энронит, антибиотик. Купила деготь. Хоть и у нас его можно купить, но все равно посылку собирали. Еще купила вот такие шашки йодные. Так, как тут, как их тут сфокусировать? Вот. Еще не обрабатывала, потому что хочу побелить курятник, сарай. И потом все обработать уже. И купила я еще вот такой бифидум сельскохозяйственный. Это бактерии, пробиотики для сельхоз. Блин, отсвечивают животных. Вот, в общем. Такая у меня небольшая аптечка. Я прям рада, что у меня все это есть, потому что до города ехать далеко. И в городе у нас нифига ничего не купишь. В общем, немножко я запаслась.